последняя надежда на игрока Майерса. И решающий бросок. Ну, еще один. Ладно, еще один. Да, победа за нами! А, доктор, схватки уже начались, я рожаю. Спокойно, спокойно, точно не паникуйте. Скорее ложитесь на кушетку и устраивайтесь поудобнее. Поудобнее? На этом? Ну да. Иу, я туда не лягу. Мне нужно что-то роскошное. Вот, надеюсь, вы знаете, что делать. Вау. Не беспокойтесь, я сейчас все устрою. Одну минутку. Сколько денег? У гигабогатой миссис Сеттон всегда высокие требования. Миссис Сеттон, я почти закончу. Уверен, в такой обстановке вам будет очень комфортно. Оу, да, идеально. На чем мы там остановились? Только давайте побыстрее. Ух. Главное правильно дышать. Деньги вперед, ну раз уж вы настаиваете. О, а вот и наша малышка. Поздравляю, миссис Сеттон, у вас прекрасная здоровая девочка. Оу, еще деньги. Вы так щедры, моя красавица. Мамочка для тебя приготовила кое-что золотое. Нравится? Сделано специально для тебя, моя королева. Вы отлично справились, доктор. Пойдем, моя хорошая, наш Бентли уже ждет. Приходите еще. Спасибо, доктор. Не обещаю. О, я вот-вот рожу. Чего вы стоите? Принимайте роды. Погодите, не так быстро. Как же аванс? Да-да, конечно. Вот, держите. У-у, ну, за работу. Ай-яй-яй-яй-яй. Поехали. А-а-а, как же сложно. Вы почти справились. Ну же, давайте. Есть. Добро пожаловать на свет, милая. У вас доченька. Смотри, что у меня есть для тебя, моя принцесса. Чистое серебро. Что такое? Чего-то не хватает? Знаю, вот, держи. Я вас поздравляю, миссис Бейкер. Хорошего вам дня. Спасибо, доктор. Ох, ну и денек, я думал, будет скучно. А-а-а! Доктор, ребенок уже на подходе. Стойте, у нас частная клиника, бесплатно не принимаем. Но у меня нет денег, вот все, что есть. Оставьте себе, я вам так помогу. Только дайте минутку. Что ж, бедный миссис Моррис, повезло, но все-таки все должно соответствовать статусу. Ложитесь. Итак, готовы? Тогда тушьтесь. Очаровательная малышка, она так похожа на вас. Моя девочка, ну чего ты плачешь? Это вместо игрушки, больше ничего нет. Нужно с этим что-то делать, у меня есть идея. Так, почти готово. Последний штрих. Та-дам! Небольшой презент от меня. Спасибо. Да не за что. Вы так добры. До свидания. Хочу в отпуск. Опять я приехал слишком рано. До начала занятий еще полчаса. И вообще, зачем я выбрал карьеру профессора? А ведь мог бы стать звездой цирка. Упс. Директор? Алло? Ожидайте новых студентов. Это замечательные новости. Не беспокойтесь, все под контролем. Ах да, особых студентов нужно встретить по-особому. Золотая ковровая дорожка есть? Где же она? Деньги? Понял. Это же сама Николь Сеттон. Она так выросла и, похоже, унаследовала не только внешность, но и гигантское богатство своей мамы, а также свое отношение ко всему простому. И где здесь мое место? Вы можете выбрать любое. Ну-ка посмотрим. На этом что, сидят? Мне нужно что-то роскошнее. Замените. Будет сделано. Ага, я жду. Как вам этот вариант, мисс Николь? Да, этот сойдет. Вы можете быть свободны. Если бы это было так. А вот и следующая студентка, богачка Жаклин Бейкер. Это еще что за особа? Так не пойдет. Пс, мистер Роджерс, уберите мою дорожку. Конечно, мисс Николь, золото только для вас. А вот богатая Жаклин предпочитает серебро. Вот это другое дело. Серебро – это всегда элегантно. Ауч, перестаньте. Аккуратнее нельзя? Извините. Ха, да, у меня трон. Хм, надо бы тоже свое место облагородить. Мистер Роджерс, подойдите. Мой стол должен выглядеть не хуже. Есть. Вот теперь это мне подходит. Надеюсь, вам все нравится. Да, спасибо.
Моя скатерть из чистого серебра. И что? На мне кроме золота золотистый топаз. А у меня сапфиры. Все уже здесь. Конечно, эти девчонки выглядят роскошно. У меня нет драгоценных камней, зато есть картон. Здравствуйте, извините за опоздание. Золото дороже, а серебро красивее. Что это с ней? Я старалась. И пахнет она странно. Я не переношу запах дешевых духов. Фе, не могу дышать. Только посмотрите на нее. Ее свитером только полы мыть. Да, бедной Джейн будет трудно учиться в этом колледже. Еще и бок о бок с такими студентками. Мистер Роджерс, а где мне сесть? Вон там, подальше. В той стороне? Как скажете. Еще. Но здесь даже стола нет. Ладно уж, вот ваш стол, как вы и просили. А как же стул? На чем мне сидеть? Вот ваш стул, как раз подходит. Похоже, выбора нет. Бедняжка Джейн. Профессор, за такой пранк вы заслуживаете вознаграждения. Воу! Какие же они злые. Конец пары? Как раз вовремя. Мой косметолог ждет. Ну и очки у тебя. Эй, а это еще что? Это ее следы. Профессор Джейн испачкала серебряный коврик Жаклин. Разберитесь. Джейн, надеюсь, вы знаете, что с этим делать. И за что они так со мной? Доброе утро, профессор. Ой, да, учеба. Здравствуйте. Все на месте. А где Жаклин? Кто знает. Ее нет. Спит еще, наверное. Что ж, у вас сегодня тест. Постарайтесь как следует. Ура! Только не это. Это вам, Джейн. А это вам, Николь. Удачи. Выглядит не очень, но я знаю, как это исправить. Золото все делает лучше. Та-дам! Воу, Николь, за креативность добавлю вам балл. Обожаю науку. Погодите минутку. Ваш бланк должен был вам соответствовать. Вы серьезно? И как мне все это вытерпеть? Идеально подходит. Итак, на выполнение теста у вас 5 минут. Приступайте. Пс. Эй, Джейн. Ладно, есть безотказный способ. Ого! Джейн, сделай за меня тест, и я еще заплачу. Согласна? Да, согласна. Отлично. Я сделаю все быстро и без ошибок, гарантирую. Вот и хорошо. А я займусь более важными делами. Не понял. Николя, а как же тест? Все под контролем. Хорошо, как скажете. Вот так. Николь, все готово. Прекрасно. Обращайся. Время вышло. Неправда, еще 3 минуты. Я сказал, вышла. Сдавайте работы. Эй, несчастная, передай. Нечестно. Николь, вижу, вы отлично поработали. Все верно, поздравляю вам, Эй. Да, есть. А для вас у меня плохие новости. Джейн, вы получили F. Это даже смешно. Кто бы мог подумать, что бедная Джейн придется так нелегко в этом колледже. Даже профессор Роджерс на стороне своих богатых студенток. Неужели это не изменить? Добрый день, я по объявлению. Это вам нужны работники? Ага, вы по адресу. Начнем. Ой, меня приняли? Круто. А вот и ваш рабочий инвентарь. Спасибо. Пора улучшать свое финансовое положение. Приветик. Добро пожаловать в наш салон. Я хочу что-то с серебром и стразами Сваровски. Любой каприз за ваши деньги. Приступим. Ваши ноготки в надежных руках. Я на это надеюсь. Все, готово. Ну, как вам? Неплохо, но чего-то не хватает. О, я знаю, что мы можем добавить. Аппликация в виде пачки долларов отлично дополнит дизайн. Прекрасная идея, я за. Ну вот. Вау, это как раз то, что нужно. Вы просто волшебница. Я буду рекомендовать вас подружкам. А сколько стоит самый дешевый? От $350 без покрытия. Сколько?
сама сделаю. День добрый! Здравствуйте! Мне нужен маникюр, и он должен быть максимально дорогим. Мне это не снится. Я хочу, чтобы мои ногти выглядели как произведение искусства. Давайте помогу. Здесь нужен опыт. Держите. Ух! Давайте начнем. Вы же понимаете, что он обязательно должен быть золотым. Как вам форма? Прекрасно. И еще, кроме золота и камней, нужна какая-то изюминка. Как вам такой вариант? Золотая монета. Думаю, как раз подойдет. Клейте. Вау! Идеально! Спасибо! Вы фея! Вы мне льстите. Вот это вам на чай. Спасибо. Все, пока-пока. Жаль, но Джейн остается только мечтать о таких дорогих ногтях. И все-таки я тоже хочу себе маникюр. Хотя бы какой-то. О, а это идея. У меня сегодня прибыльный день. Ой, такое нельзя не выложить в блог. Ты это видела? Ну, не так уж и плохо. Чем бы дополнить? Придумала. Пусть не золото, но миленько же. Мне нравится. Правда, не очень удобно. Опять они. Такого я еще не видела. Ничего смешного не вижу. Хочу новую сумку. Ой, простите, вы чего здесь сидите? Надеюсь, что кто-то пожертвует на еду. Да, конечно, без проблем. Я ведь не жадная. Спасибо, вы очень добры. Да, это правда. О, я тоже помогу. Благодарю. Похоже, гигабогатая Николь не собирается останавливаться в проявлении щедрости. Ха, а это видела? Так же, как и богатая Жаклин. Только вот их бесконечная конкуренция заходит слишком далеко. Я щедрее. Моей корзинке уже целое состояние. Спасибо вам, добрые девушки. Эй, меня не обойти. Пора принять радикальные меры. Я передаю все свое состояние этому несчастному дедушке. А я свое. Ну-ка, посмотрим. Да, все верно. Сюрприз! Джейн, ты нас обманула? Я вас проучила. Друзья, просто будьте добрыми и умными, и все у вас будет хорошо. Это ты виновата!